Кустанае стартовала акция «Дорога в школу». Помочь собрать детей к учебному году вышли сотрудники департамента по противодействию коррупции. Цель акции – оказание поддержки детям из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей. В семье Городничевых трое школьников. Маленькая Катя в этом году идет в первый класс. Умеет читать и даже выводить прописные буквы. Осталось только сложить все принадлежности в рюкзак. Его-то вместе со всем необходимым и принесли в рамках акции сотрудники департамента по противодействию коррупции. Не хватает пенсии, как говорится. Приходится бегать, изыскивать, как говорится, финансы. Ее одеть надо, обуть. У меня и старшие повырастали уже с тех, что в прошлом году ребята одели моих. Уже и штаны короткие стали, и ботинки растут же. Собраться в школу сотрудники департамента сегодня помогают четырем семьям. И теперь дарить подарки они будут не только перед школой. С этого года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в формат акции внесли изменения. Теперь она будет продолжаться круглый год. Эта акция, наверное, одна из самых важных, так как в рамках новой политики по развитию добропорядочности, развитию честности, справедливости. Такие акции должны дарить надежду людям, что есть помощь, если у тебя затруднительное положение. И каждый может ее найти в лице госорганов. Поэтому мы с удовольствием хотим пригласить все госорганы для участия в таких акциях, поддержать семьи, которые оказались в данный момент в тяжелом положении материальном. Акция «Дорога в школу» стала традиционной. Из года в год в ней принимают все большее количество участников. В этом году надеются инициаторы, что людей, готовых прийти на помощь, меньше не будет. К тому же теперь спонсоры и меценаты могут оказывать помощь нуждающимся семьям по заявкам и списку, размещенным на портале atamikenym.kz. Виктория Шарнина, Арман Шалабаев, телеканал «Кустанай».